И еще один госслужащий попался на крупной взятке. 2 октября сотрудники ФСБ провели успешную операцию. Работник Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Северо-Западного управления Государственного железнодорожного надзора предложил незаконное покровительство ивановскому предпринимателю. Бизнесмен занимался перевозками по одной из веток ЖД-путей. За так называемую крышу чиновник просил у предпринимателя 1 миллион рублей. Госслужащего задержали в момент получения денег. В действиях подозреваемого усматриваются признаки преступления, предусмотренного пунктом 8 части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по указанной статье – лишение свободы сроком до 12 лет со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки. При задержании подозреваемый сопротивление оказывал, в содеянном сознался и высказал готовность сотрудничать со следствием.